Оскорбление пострадавших во время недавнего пожара на Посмитного нардеп Артем Дмитрук раскритиковал реакцию Геннадия Труханова на события, произошедшие 17 января. Трехэтажный дом, в котором располагалась небольшая гостиница, вспыхнул как спичка. В результате пожара, напомним, погибли двое человек, еще два гостя хостела пострадали. По словам постояльцев, в гостинице ремонтировали проводку, до этого там периодически пропадал свет. Жильцов горе хостела переселили в соседний отель, а его владельцу сообщили о подозрении в нарушении правил пожарной безопасности. В свою очередь Геннадий Труханов поручил проверить договор аренды сгоревшей гостиницы, а также проконтролировать договоры неофициально оформленных хостелов и отелей. На аппаратном совещании мэр Одессы предположил, что в сгоревшем здании на Посмитного находился притон. Вражає не лише бездіяльність місцевої влади, а й гострий язик мера, який заявив, що в хостелі на Посмітного, хостел на Посмітного – це був бордель. Тому людям, які були там, які постраждали, допомагати він не буде. Нагадую, що минулого року після пожежі в коледжі економіки Труханов агресивно спілкувався з волонтерами, пропонуючи їм схуднути. Напевно, це інноваційний підхід вирішувати надзвичайні ситуації у місті. Напомню, это уже не первый случай публичной критики мэра Одессы депутатом правящей партии Артемом Дмитруком. Особо активность слуга народа проявлял до выборов. Никакой реакции с Думской площади на замечания парламентария, как правило, нет.